Здравствуйте, дорогие друзья! Компания Санаториумс предлагает новую услугу – автобусные туры из Германии на курорты Чехии или Польши. Наш автомобиль заберет вас от дверей вашего дома и привезет прямо в отель. А после отдыха мы с радостью отвезем вас обратно. И это не единственное преимущество автобусного тура. Для данной услуги мы используем только автомобили типа минибус с максимальной посадкой 8 пассажиров. Тем самым сокращается время в пути, например, в сравнении поездки на большом автобусе. По пути следования делаются обязательно остановки, также и по желанию клиентов. Для оформления бронирования достаточно на любой из страниц нашего сайта sanatoriums.com кликнуть на автобусный тур. В форме поиска выбрать курорт или отель, даты пребывания, количество человек, тип питания, ввести ваши данные и нажать кнопку «Забронировать». Бронирование можно оплатить одним из онлайн-методов или банковским переводом. Трансферы из Германии в Чехию отправляются по четвергам и воскресеньям, в Польшу только по воскресеньям. В обратном направлении трансферы осуществляются по средам и субботам из Чехии и по субботам из Польши. В стоимость автобусного тура входит перевозка одного чемодана на человека. Также на трансфер не допускаются пассажиры с домашними животными. Дорогие друзья, отдых с sanatoriums.com стал еще комфортнее и выгоднее. Бронируйте автобусные туры по лучшим ценам и условиям на нашем сайте sanatoriums.com.